плохая или хорошая, это было бы нечестно, неправильно. Моя цель была показать, что всадник, который работает не по правилам выездки в плане равновесия и движения, садясь даже на очень хорошую выезженную, ну, так, могу смело так сказать, лошадь, резко и быстро показать что-то хорошее не сможет. И задача той занятия на тренировке будет не выполнение спортивных упражнений, хотя, наверное, что-то мы увидим сегодня, надеюсь, вот, а именно развитие баланса и небольшая коррекция той проблемы, которую мы видели сейчас на подъеме головы. Готовы? Готовы. Супер, шпоры сняли? Да. Отлично. Так, ну, в принципе, я предлагаю сейчас вас закинуть вверх. Ляля очень добрый, очень послушный, но очень медленный. А он прекрасный. Да. Просто получше видно, чем с GoPro-шки. Это покрупнее. Девушка маленькая. Такая любительская. Давайте попробуем что-нибудь легкое.
Очень эффектная рысь. Ha ha ha.